Это видеоблог. А мы приехали в место под названием Раздолье. Но нам сказали отсюда убраться, потому что здесь строго запрещено купаться с собаками. Однажды купающиеся сделали жалобное заявление о том, что они не собираются больше купаться с собаками. Поэтому сейчас здесь табу на собаки. Вот. И мы сюда приехали, чтобы об этом узнать. Хотя Зена меня куда-то ведет. Отдыхающие. А вот там вдалеке вы видите Ксюшу и Максима. Все дело в том, что в этом месте находится очень сладкая парковка. И они ее сторожат. Также сладкое место для парковки есть здесь, здесь, здесь и вообще кругом. А простите, а можно на пляж вот туда вот? Собачка нет. Так а у нас собаки маленькие. Собачка нет. У нас же не овчарка. Ни с кошкой, ни с собаками на территорию отдыха. Так а что, был какой-то инцидент? Почему такой жесткий запрет? Конечно. Просто вот на других озерах можно. Можно, пожалуйста, идите туда. Вот уловная, там щуча, шишки, лампушки. Понятно. Просто а можно мы там вот краешку разместимся. Сергею Юрьевичу дали на благоустройство. Сюда заезжают инвалиды. Это депутат? Оно бесплатно, все. Но только ни кошек, ни собак мы не пускаем. Потому что в прошлом году ребенок вляпался в дерьмо, на нас написали, на нас жалобу составили, мы да получали ладно. Втык. Что, в суд подали, что ли? Не в суд, а в администрацию. Администрация втык. Дали на благоустройство, ради бога. Идите отдыхайте только без собачек. Понятно. А, вот Суховицким, да, его зовут? Да, Суховицкий Сергей Юрьевич. Ага, вижу. Ну, вот даже объявление повесили с собаками, все посрывали. Сейчас уже заказали большой плакат вот такой, чтобы с собаками и входа нет. Угу. Все хотят на чистое, я понимаю. Ну, тут у вас еще просто лодочки в аренду есть. Да, но вы тоже нас поймите. Кто-то такая фифа придет, ага, вот сегодня, нет, вчера вечером. Вот там с собаками, но охранник не увидел, они где-то прошли, я не увидела. А-а-а. Он пошел выгонять, так драка получилась. Тот пьяный был мужик, и в оконцовке пошла суета. Опять жалоба, да? А там же с малышами вообще у нас отдыхают. Так что, ребята, с удовольствием, но мы стараемся не пускать, честно. Так, мы приехали в новое местечко. Это озеро Уловное. Все местные жители знают его под псевдонимом Тарзанка. Максим, расскажи, пожалуйста, это правда, что эти папоротникам уже миллиарды лет? Что они были созданы в эпоху... Ну, то, что солнце, динозавров. Это, да? Но то, что они вот так все это время стояли, это я так не думаю. Потому что, ну, как бы выросли, так выросли. Расскажи, куда мы приехали и чем мы планируем сегодня заниматься? Мы приехали на озеро Тарзанка, и мы приехали купаться. Потому что что? Мы любим сосиски. Такие большие. Точно. Кстати, мы с утра сегодня поели очень вкусные сосиски. Спасибо Нине Андреевне, Яночке, Катечке. Вообще-то маме она делала.
Мама делала. Ну, так-то да. Дэна! Давай! Дэна, иди сюда! Иди сюда! Ну как, давай я тогда. Давай, давай. О, молодец! Папа, пойдем! Максим! Просто пишется. Вон, давай ты. На тарзанку. Я боюсь, что она ворвется. Ага. Открой, она не... Да папа вообще-то очень... Ксюш, очень круто у тебя получилось щучкой. Молодец. Покажи. Пойдем. Хватит.